организаторы управления по образованию и науке и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. В квесте участвуют школьники с 1 по 11 классы и воспитанники детсадов. Участники делятся на 4 возрастные группы. Состав команды 6-10 человек. В период с 10 февраля по 10 марта проводится первый тур. Команды должны посетить экскурсионные объекты на территории всего Большого Сочи, сфотографироваться на их фоне, изучить информацию о них, выложить фото в интернет. 19 марта второй тур в форме игры квеста пройдет на территории парка Ривьера. В третьем туре ребята продемонстрируют, насколько хорошо они изучили достопримечательности, на которых побывали.